Ну что, девчухи, с вами снова я, хозяйка Медной горы. И сегодня мы с вами распакуем кучу подарков от моих подписчиц на мой день рождения. День рождения у меня завтра, 11 апреля, поэтому, если хотите меня поздравить, найдете, куда задонатить или оформите подписку для спонсоров. Поэтому давайте начинать. Посмотрим, что мои подписчицы мне приготовили. Ну что, девчонки, ну привет, давайте проведем первую распаковку по ссылке от подписчицы на день рождения. Такая вот штучка мне приехала, давайте ее распакуем, посылка от Бишины. Вот Анна Би, я ее знаю, конечно же, она у меня в конкурсе выигрывала. Вот, постоянный зритель трансляции, поэтому, Бишина, огромное спасибо тебе заранее. Вот, сейчас, короче, будем распаковывать. Смотрите, что ты мне подарила. Что-то, знаете, сейчас 3 часа ночи, я так хорошо выгляжу. Аж странно. Не 3 часа, а 1:30. Вот, кстати, это от второго поклонника подарок, а это от первого. Вот, тоже войдет в подарочки. Вот это от второго поклонника, а этот подарок от первого поклонника. Но второй мне нравится больше. Но это не важно. Давайте вскрывать. Так, что нам Бишина тут уготовила? Она вроде подписывала, сказала, где верх, где низ. Еще сказала, что эту посылочку нельзя долго хранить, потому что там может что-то испортиться. Так, вот самое сложное – это вскроешь. Самое сложное – это вскрывание, девчонки. Непонятно тут опять ничего. С какой стороны ты тут все это вскрывается-то? Ладно, давайте рвать. Ой. По-моему, верх был с другой стороны, девчонки. Или я чего-то не понимаю. Короче, ладно. Пофигу. Вскрываем, рвем. Режем эту коробку. Просто режем ее на куски. Она тут, по-моему, даже заклеена. Ой, хоть бы ничего не порезать, девчонки. Ой. Ой. Я такая, это... Ну да, тут надо было с другой стороны открывать. Ну все, давайте смотреть, что Бишина мне здесь уготовила. Я уже вижу, тут всякие приколюшки классные. Так, давайте смотреть. Первый подарочек. Это что, это чаи, что ли? Видите, как упаковано все в ленточке. В лентозы. Ой, надо звук выключить на ноуте. Так, кантата, галерея вкусов. Сердце Африки, зеленый кенийский чай. Сердце Африки и классический зеленый чай из Пуэр Прованса Юньнань, белый пух. Я вам говорила, что я подсел на чай? Вот это вот мои чаёзы. И еще вторая, это, наверное, черные чаи, да? Ой, тоже кантата. Цитрусовый базилик. Черный чай с базиликом. Ой, сейчас как напьюсь чая. И дикие ягоды. Дикие ягоды, яркий взрыв, купаж на основе цейлонского чая с добавлением клубники, ежевики, малины и бузины. Боже, Бишина, спасибо, обожаю чай. Особенно хороший. Так, ой, мои любимые конфеты. И тут что-то еще прилипло, девчонки. Это специально, что ли? Смотрите, тут какая история. Тут что-то приклеено. Это что такое? В салфеточку какая-то штучка завернута. Это не бомба, надеюсь. Ой, она протекла, девчонки. Или нет? Вроде нет, не протекла. Что это такое? Так. Ой. Смотрите. Какая-то фиолка.
Бичный потом, наверное, скажет, что это такое. Так, конфеты Камильфо. Мои любимые. Особенно с кофе они хорошо заходят. Шикарные конфеты Камильфо. Там, Вишина, скажи в комментах, что это. Так, дальше. Ой, какая баночка. Такая вот баночка с японскими иероглифами. Что это такое? Там что-то лежит. Как ее открыть-то? Может, я что-то не так делаю? Как ее открыть-то? Ой. Ой. Это что? Девки, это пуэр, по-моему. Девки, это пуэр, по-моему. Смотрите. Упаковочки пуэрчиков. Вроде да. Сейчас достану. Да, это таблетки пуэра. Вакуумные упаковки. Такие вот штучки. Боже. Ой, чайная королева Вишина. Спасибо. Блин. Что-то я, знаете, прям нежданно-негаданно подсел на чай. Дальше. Ой, президент сыр камамбер. Вот такой вот. Ну, я тут вижу, по-моему, здесь бутылка. Сейчас ее тоже вскрою. Президент сыр мягкий с белой плесенью камамбер. Сейчас в холодос положим. И... Ой. Ой. Открыточка. Ты капитан своей жизни. Кирюша, дорогой, с днем рождения. Бишина, спасибо. Спасибо, Бишина, большое. Давайте вскрывать бутылку. Ну, тут, по-моему, бутылка, да? Так, вскрываем ленточку. Вау. Ой. Боже. Какая-то бутылочка тут прям. Это что, винчик? Массандра. Мадера крымская. Это, короче, вино. Выдержка в дубе 4 года. Аграрное объединение Крым. Вот такое вот ликерное вино. Так. Ликерное, оно вроде сладкое, да, идет? Собственные виноградники. Ну все, короче, будем пить, наслаждаться. Ой, Бишина, спасибо большое, особенно за чаи, за винчик, за сырозу. Только непонятно, что это такое, напиши мне в комментах. Спасибо, Бишина. Ждем новых посылочек. Бишина, огромное спасибо. Проспонсировала меня чаем. В прошлый раз Бишина тоже отправляла чаюзу, поэтому все. Ждем следующих посылок. Чмоки. Ну что, мне пришел подарочек курьером от моей нижегородской подписчицы. Вот. Которая еще у меня кучу парфюмок продает. Она там проверенный продавец у меня в комиссионке. Короче, там подсобила мне подарочки на дню рождения. Поэтому, Дидишина, спасибо. Давайте смотреть, что она мне подарила. Что мне Дидишина подарила? Пахнет, кстати, духами пакетик. Так. Такой вот пакетик Миловица. По-моему, в Миловице продаются эти сиськи. Может быть, там лифчик. Но пахнет духами, короче, давайте смотреть. Может, мне Дидишина подарила сиськи новые. Ой. Так, первый пакетик. Такой вот. С розами. С розами. Давайте смотреть, что здесь. Ой. Никс. База. База от Netflix. База для лица Никс. Смотрится. Это же, да, праймер, блюринг праймер. Такой вот праймерочек. Под макияж. Кстати, у меня закончилась база. Спасибо. База мне, кстати, нужна. Потом какая-то вот такая вот
штучка. Там, здесь нам нужен, по-моему, нож. Ладно, так, подождите. Так, такая вот какая-то штучка. По-моему, нам сейчас нужен будет нож. Сейчас посмотрим, сможем ли мы без ножа это открыть. Или нет. Так, что это такое? Так, без ножа вроде бы сможем. Давайте смотреть. Три погибели. Это, по-моему, миниатюрка, девочка. Три погибели. Запакована. Да. Ой. Да, это миниатюрка Линстана Герлен. Обожаю Линстан. Такая вот миниатюрочка. Спасибо. Блин, такие красивые, жалко пользоваться. Смотрите. Миниатюрочка старого выпуска. Кстати, если вы не знали. Сейчас уж возьму эти ножницы, чтобы вскрывать было удобно. Вскрываем следующую штучку. Давайте, что это такое? Рогуэ. Сантал Рояль Герлен. Смотрите, какая штучка. Вы знаете, что это такое? Я нет. Пахнет сандалом. Сандал Герлен. Сантал Рояль. Ну, я видел, это, по-моему, черные такие. Вот знаете, черные флаконы. По-моему, это вот этот вот Сантал Рояль. Запах классный, как и все Герлены. Герлены – это мой следующий любимый бренд после Шанеля. Так, будем тестить. Спасибо огромное. Так. Записочка. Императорские подарки для императрицы. Оставайся добрым. Любим. Целуем Дидишина. Спасибо, Дидишина. Так, Ле Абсолют Ориент. А что это такое, девочки? Вы знаете такие духи? Что за Ле Абсолют Ориент? Это свеча. Боже. Офигеть. Какая красивая. Смотрите. Это свечуха, девчонки. Боже, как она классно пахнет. Это свеча, девки, смотрите. Ле Абсолют Ориент. Пахнет восточно. С какими-то этими, знаете, специями, черным перцем. Круть, мне нравится. Спасибо, Дидишина. И что-то еще тут. Ой. Все, в пакетике больше ничего нет. Ой, боже. Смотрите. Сыворотка Абели Рояль. Вот такая вот. Такой вот наборчик сывороточек. Спасибо, это моя любимая сывороточка. Моя любимая сывороточка. Вот эта вот Абели Рояль, она рили лучше. Рили лучше. Вот. Так, куда ее? И какая-то волшебная коробочка от Герлен, смотрите. Такая вот волшебная коробочка от Герлен. Вот. Называется О Империаль. Смотрите. Давайте смотреть, что это такое. Империаль. Ой. Боже, гель для душа, шампунь и лосьон для тела. Смотрите. Боже. Рили и для императрицы. Давайте что-нибудь достанем. Императорские подарочки. Такой вот лосьончик для тела, смотрите. Ой. Ой. Приятно пахнет. Только не пойму, чем. Это, короче, боди-лосьон. Так, боди-лосьон. Что тут у нас еще? Гель для душа. Давайте откроем. Гель для душа.
Там же пахнет с лавандой. О, империаль. А, у меня есть, кстати, одеколон империаль. Это из этой же линейки, по-моему. У меня есть вот одеколон империаль, по-моему, так же пахнет. У меня вот в ванной стоит. Вот, одеколон Дюкол Герленовский, одеколон империаль. И вот эта линейка ванная именно под одеколон империаль. Блин, круть, спасибо, Дидишина. Спасибо большое, Дидишина. Буду это все беречь. Сантал Рояль буду тестить. И свечуху буду в ванной жечь, когда буду в ванной валяться. Балдеж. Спасибо, Дидишина. А мы с вами встретимся на распаковке следующего подарочка. Дидишина, огромное спасибо. И за Линстан, мой любимый. Чмоки. Ну чё, девчухина, привет. А с вами снова я. Сегодня мы с вами распаковываем посылку от подписчицы. Вот. Как бы закрасить опознавательные знаки. У нас с вами снова посылка от подписчицы. Вот. Сейчас тут закрашиваете опознавалки все. Посылка от подписчицы Юлии Иксихи. Вот так там. От Юлии Иксихи. Посылочка. Давайте смотреть, что она мне отправила. Тоже моя знакомая подписчица, которая уже давно на меня подписана. Обещал мне что-то классное отправить. Даже говорила, что именно, но я забыл. Вот, что именно она хотела мне отправить. Ну, давайте сейчас посмотрим. Это на днюшку. Как она тут открывается-то? Девки, боже, спасибо вам огромное за то, что помните, когда у меня там днюха. Я, естественно, тоже все всем прожужжал уже, по 300 раз сказал, когда что ударить. Ну ладно, давайте вскрывать. Ой, Иксиха. Это вторая, кстати, посылка от Иксихи. Иксиха еще отправляла мне месяца 4 назад Cartier Пантеры. Боже, у меня ножницы упали, девчонки. Да сука, что ж такое? Подождите. Подождите, у меня сигарета упала. Надеюсь, она не разбилась. Да что ж ты будешь делать? Все, с вами снова я. Ой. Вся уже тут запотела. Только с почты пришел. Вон там эти следующие посылки. Давайте. Ой. Ой. Боже. Я уже тут вижу всякие снасти. Так, первое, вот такой вот пакетик у нас тут сверху лежит. Что это такое? О, боже. Боже, Иксиха, от головы таблетки. У меня вообще нет таблеток. А Юля санитарка от аллергии. От температуры, боже. Так, это уголь. Так, это при отравлении. У меня просто реально нет никаких таблеток. При спазмах аналог ножпы. Боже. Блин, это реально классный подарок. Всех спасибо огромное. У меня дома просто вообще никогда нет таблеток. Это реально очень нужная, полезная вещь. А Иксиха еще санитарка, поэтому она в таблетках шарит. Спасибо огромное, Иксиха. Буду их пить и вспоминать себя. Буду пить таблеточки и вспоминать себя. Спасибо, моя милая кукла. Подсобила. Открытка мема. Васенька, привет. Поздравляю с днюхой. Желаю, чтобы все твои желания исполнились в правильной периодичности. Когда еще хочешь желаемого, но достаточно заждался, чтобы радоваться исполнению. Будь счастлив, живи хорошо и радостно на уровне своих больших возможностей. Надеюсь, тебе еще хочется, Делин, что успела купить до событий по хорошей цене. Привет от меня, Дарьюзе. Как увидитесь, битюленьки и солнце. Так, ручка с... Не пишет. Купила, потому что похоже на Соншу. На твоих стримах.
Поцелуй Битюлю и скажи, что она самая красивая и активная кошка. Спасибо, Иксиха. Смотрите, какая открытка красивая. Мема. Марфа. Которую я, кстати, засрал на видео. Спасибо, Иксиха. Давайте смотреть. Офигеть. Ну, мне кажется, не нужно вам очередной раз говорить, что у меня подписчицы самые лучшие. Офигеть, девки, это шок. Что, давайте вскрывать на видео крупным планом. Ну вот, короче, с вами снова я. Делина Royal Essence. Такая вот карабуська. Что, давайте вскрывать. Боже, Иксиха, спасибо огромное. Подписчики у меня реально самые лучшие. Мы очень многие блогеры, кстати, несколько раз меня спрашивали: Васиха, что ты делаешь со своими подписчицами? Почему они тебя самые лучшие? А я говорю, просто я... Честная девочка, я, короче, все говорю по чесноку, вот, не лебезю, не льстю, а просто говорю, как есть. Ой, боже, какая красота. Такой стразик здесь, холодненький флакончик. Боже. Ой. Тяжелая крышечка. У меня есть сафонат. Давайте пшикнем на руку. Ой, ну красота, конечно. Такой вот шикарный флакончик. Ой, какой запах прекрасный. Иксиха, спасибо огромное. Боже, просто на коробку еще брызну. Эти кисточки. Запах прекраснейший просто. Вот, смотрите. О, нежнятина. Видите, аж маслечко осталось. Но все, расскажу вам о нем в затесте. Давайте смотреть дальше, что мне Иксиха подарила. Боже, девки, ну это шок. Я в шоке, какой прекрасный аромат. Я Делину очень хотел. Вот она у меня появилась. Иксиха, спасибо большое. Ну, таблетки, конечно, это нечто. Это высшее проявление заботы, дарить таблетки. Давайте дальше смотреть. Тут такая вот еще кулечек. Что тут у нас? Ой, Blush of Rose. Такая вот крабуська. Это что? Это румяшки, по-моему, Blush of Rose. Дольче румяшки. Смотрите. Да, ой, какая красота. Смотрите. Какая красота. Ой, это мой любимый оттенок тан, да? А он у меня закончился. Боже, Иксиха, ну ты просто попала в десяточку. Это мой любимый оттенок для скульптурирования. Я им рисовал синяки в консерватории, чтобы прогуливать специальность. Боже, у меня такая же штучка лежит, но там уже все выскоблено. Боже, Иксиха, спасибо огромное. Просто моя юность. Иксиха, огромное спасибо. Я очень давно не покупал косметику. Сейчас прям очень классно это все распаковывать. Я аж забыл, как дольше упаковывать свой косметосик. Спасибо, Иксиха. Буду мазаться. Так, дальше. Такая вот карабуська. Такая вот карабусенька. Что тут у нас? Для радости. Но это нужная вещь, девки. Это рили нужная вещь, девчонки. В хозяйстве. Это очень нужная вещь для радости. Этиловый спирт. Спасибо, Иксиха. Тоже знаешь, как угодить мне.
Но он реально очень нужный в хозяйстве. О, Bottega Veneta Eau de Parfum 8 мл. Такая вот, у меня вообще нет ничего от Bottega. И вот такая вот миниатюрка классической Bottega Veneta. Это прям кайф. Всегда тоже нужно в хозяйстве. Ой, боже, кожаная ирисово-замшевая штучка. Кайф. Дальше. Так, это что такое? Это что такое у нас? Так, такой вот кулечек. Боже, Иксих. Градусник. У меня нету градусника, реально. Тоже дом. У меня нет ни таблеток, ни градусника. Я никогда не знаю, когда у меня температура. Поэтому, блин, Иксиха, ты прям в точку попала. И вот еще градусник мне. Иксиха, боже, ну это просто нереально. Unreal. О, это собачки. Вау. Смотрите. Вот эта ручка, похожая на Соншу. Вот она. Ну-ка, иди сюда, Соншу. Покажись подписчикам. Вот. Вот олененок, а вот Соншу. Похоже, да? Увидела сестру черноносую. У нее тоже, кстати, черный нос, смотрите. Вот реально похоже, как две капли воды, скажите же. Видите, все, подружились. Чья я нюхаю? Это, наверное, фишка парфманьяков. Такая вот ручка, Соншу, иди. Она прибежала, потому что тут ее любимые палки. Иксиха, спасибо. Любимые палочки Соншины. Ее любимые палочки. Сейчас одну дадим ей. И Битюльша тортики. Сейчас покажу. И любимые тортики Битюльша. Она никаких вкусняшек, кроме тортиков, не ест. Я ей даю такие по праздникам. Такие вот тортики. О, Иксиха, огромное спасибо. Просто прорвала мою торбу. Или как там это говорится? Прорвала мою душу. Шикарнейшие подарки. Вот при таких подарочках, вообще все подарочки, после них такое чувство, блин, неужели я это заслужил? А потом, ну реально же заслужил. Вы же меня любите не за просто так, а за то, что я вам даю эмоции, там то да сё. И вы мне даете такие эмоции. Очень приятно, Иксиха, спасибо. Спасибо огромное. А мы с вами встретимся в новой распаковочке. Ну что, девки, погнали распаковывать дальше. Следующая посылка от моей подписчицы Лебедихи. Она огромная. Сейчас давайте смотреть, что там. Лебедиха там же, это не первая ее посылочка. Она мне уже отправляла кучу всего интересного. Кучу разных парфюмок. А давайте сверху откроем. Я тут дырку вижу. Ой. Там что-то смешное. Давайте вскрывать. Там что-то интересное. Так, я надеюсь, я тут ничего не порежу. А то такие крабы сложно вскрываться, а у меня с коробками проблема. Так, давайте ложу сюда. Так. Ой, что это такое? Так. Ой, девочки, это шляпа. Это шляпа, а это сиська. Боже, какая шляпка. Смотрите. Это шляпка специально для стримов. Как вам, зацените? Шляпка, халат.
Такая домашняя ковбойша. Блин, лебедиха, спасибо. Прикольная, блин. Боже, тут еще брошка есть, смотрите. Тут еще и брошка. Брошка. Боже, ну прикольная шляпа, буду носить. Спасибо большое. Так, смотрим дальше. Ой, боже, это какие-то парикозы. О, боже, реквизит, девки. Девки, это реквизит. Реквизит приехал. Так, смотрим первое. Шотсы. Театр имперских зрелищ. Высокий парик в стиле барокко. Так, это мне надо. Как он открывается? Так. Девки. Мне кажется, это... Блин, девки, ставьте лайк. Не будет лайков, я не появлюсь в этом парике. Боже, это прям нужная вещь. Девки, ставьте лайк. Если лайков не будет, то я в этом парике не появлюсь. Боже, это прям нужная вещь. Спасибо, лебедиха. Так, дальше идем. Что у нас тут дальше? Розовый парик. Это тоже нужная вещь. У меня нету розовых париков. Реквизит. Так. Боже, это корешка. Розовая корешка. Как из этого. Как его? Из фильма-то. Розовая корешка такая. Так, ну как-нибудь тоже примерим. На видео увидите. Вот такой вот белый какой-то паричок. Так. Прям такой... С буклями. Боже, девки. Он прям с буклями. Смотрите, какой нежный. Правда, на мокрую голову, мне кажется, тупо идет. Ну, короче, вот такой вот, поняли? Тоже увидите его у меня на видео однозначно. Так, как бы эти букли, знаете, главное, чтобы они не распидорились. Боже, девки, парики, это кайф. В новые видео будут, короче, в них. Однозначно. Но только если вы лайки поставите. Так, паричок прячем. Боже, вот этот прям вообще топовый. Так, убираем сразу, а то... Нет, тут его сейчас кошка с собакой пожрут. Кошатина с собачатиной. Они обожают вот парики и искусственные волосы. Сразу, короче, их грызть начинают. Так, и следующий в какой-то натуральной расцветке. Ой. Вот этот прям красивый цвет, смотри. Ой, боже. Смотрите, какая... Ой, смотрите, какой цвет. Натуралити. И такого вот цвета паричок с щелочкой. Все, девки, короче, ждите новых видосов в парикозах. Однозначно будет топчик, чтобы менять эту... Менять стайлы, чтобы вам было интереснее смотреть. Ну, вы знаете, я иногда это балуюсь, надеваю парикозы всякие. Особенно любимый мой барочный стиль. Так, это мы убираем. Смотрим, что дальше мне лебедиха там подарила еще. Боже. Ну вот этот барочная вот эта шапка просто. Просто мега. Так, смотрим дальше, что там в кэрэде. Достаем. Это битюльша. Кормилица. Это Соншины любимые палочки. Как вы видите, все знают, что это ее любимые. Так, давайте елдыбешки вскрывать. Так, первая елдыбешка. Что это такое? Давайте вскрывать елдыбешки скорее.
Сейчас тут чтобы зарезать. Ой. Что это такое? О, боже. Корона с изумрудами. О, вау, это мое, девки. Ой. Видите, какой пакетик еще стильный для модняшки. Боже. Вау. Смотрите. Девки, ну это, конечно, мое. Давайте ее напялим срочно. Без короны я не буду уже сидеть, конечно. Так, а как ее? Ой. Хюрем Султан снова с вами. Хюрем Султан снова с вами, девчонки. Вскрываем елдыбёшки. Боже, лебедиха. Ой. Так, что у нас тут в елдыбёшках? Ой, мыло. Мыло африканское с маслом ши. И органик соап. Мыло афганское. Смотрите, мыло органовое, вот. Органик соап и мыло органовое. Супер. Дальше смотрим. Боже, лебедь. Вон лебедих, кстати, пишет, объявление мне дает. Сейчас я тебе напишу. Какая ты молодец. Ой. Боже. Аква Мотю Интенс. Мотю. И что это? Ой. Маск Нуар, нарцисса. У меня его, кстати, нет, Маск Нуара. Маск Нуар и Тю. От Сюд Комптюар. Смотрите, смотрите. Вот такая вот комптюарка. Так. Убирайся. Убирайся. Султанша в здание. И Маск Нуар хочу попробовать. Но я уже напшиканный пятеркой Шанель. И Маск Нуар вот такой вот. Сколько тут? Миллилитров 20? 10 миллилитров. Дорожный вариант. Боже, лебедиха, кайф какой. Дальше. Дальше вот такая вот коробочка. Пакетище, точнее. Ой. Это что, уши? Боже. Это маска уши. Девочки. Боже, это вклад в мои трансляции, Риле. Это вложение в мои трансляции. Боже, лебедиха, ты делаешь контент. Кончать. Доширак просит кончи. И шляпу бы надеть. Доширак просит кончи. Сосать. Боже, какой кайф. Все, девки, ждите видео в новых образах. Лебедиха, огромное спасибо. Это просто моя будет домашняя корона. Спасибо огромное, лебедиха. А мы с вами встретимся в новом кадре. Ну что, вскрываем следующую, последнюю, наверное, посылку. Потому что больше нету. Это видео выйдет в воскресенье. Вот. Это от моей подписчицы Терафозы Блонзе. Тоже это далеко не первая посылочка от нее. Давайте потихонечку вскрывать. Я, в принципе, догадываюсь, что там, но еще не знаю. Поэтому давайте смотреть. Это Терафоза Блонд зарисовала мне картину, вот сзади, которая на кухне Сонши. Вот, и тоже там много мне чего нарисовала. Рамы делала под картину мне. Как она вскрывается-то? Непонятно опять ничего. Раму мне делала на картины. Как ее открыть-то? Непонятно. Все заклеено, опять переклеено как-то. Ой.
Так. Вроде как-то так. Ой. Так, о, первое, что мы видим. Старпердейшн на 5 бабок. Старпердейшн на 5 бабок. Коньяк. Так, тут у нас это какие-то бумажульки. Шоколадка. Белочка. Коньяк и шоколадка белочка. Употреблять вместе. Так, и тут какой-то кулек. Куль. Сейчас сюда все уберу. Куль. Давайте смотреть, что в кульке. Слушай, тут уже вся, блин, прыгает. Кто же хочет узнать, что тут в кульке? Так, вскрываем. Так, надеюсь, тут ничего не повредилось. Ой, там что-то очень красиво. Бог ты мой. Это она мне сделала. Блин. Девки, ну это пиздец, конечно. Я не зря сейчас в короне. Такой вот ларец она мне сделала. Сейчас вам, наверное, покажу его поближе, девки. Смотрите, вот такой вот ларец. Это я и скидывал то, что хочу. Какой ларчик. Вот такой вот. Это как по моему заказу, что ли, она делала. Так вот, если сказать. Все собственными руками. Все без заготовок. Без никаких. Вот она у меня может такие вещи делать. Такой вот ларец. Он не тяжелый. Такой легкий. С ангелочками. Аметист такой вот. Камушек. Ой, ну как красиво. Слушайте. Как он открывается-то. Ой, с другой стороны. Так вот он открывается. О, боже, какая красота. И тут 1000 рублей. Спасибо. Спасибо Тарафозихам. 1000 эр. На цепочках, смотрите. Украшения там можно хранить. Там обито, мягонько все. Мягкая ткань такая вот. Это вот она мне вручную сделала такую вот шляпу. Смотрите, какая красота. Такой вот он толстенький. Вот. Как вам еще показать? Смотрите, какой красивый. Просто, Андрей. Очень красивый ларец. Мега. Просто красота. Блин, девки, если у вас получится... Я оставлю обязательно ссылочку на ее телеграм, наверное, или инстаграм. Там через VPN зайдете, она вам может что-нибудь подобное сделать. Недорого. Но это просто, знаете, произведение искусства, конечно. Я скидывал ей эти референсы, то есть из интернета картинки. И вот так вот она это все воплотила. Это просто прекрасно. Боже. Девчухи, ну это какой-то Unreal. Такой вот шикарный подарочек от Блондихи. Обязательно поставлю на видное место себе. Буду там что-нибудь храниться. И коньячок, и шоколадка. Ну вот, походу, все подарочки закончились. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Можете меня поздравить, вот, либо подписаться на канал для спонсоров, либо задонатить. Вот. Куда задонатить, найдете в инфобоксе и в прикрепленных комментариях. Вот же девчухи. Девчухи, мои подарочницы, спасибо вам огромное, что вы у меня есть, что я у вас есть. Вот. До новых видео. С днем рождения меня, с наступающим. Будет завтра, 11 апреля. Поэтому всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока.